Разворошить снег, подмести тротуары и убрать старую опавшую листву. 10 апреля по всей Самаре прошли традиционные субботники. Убирать территорию города вышли сотрудники всех районных администраций, а также работники сферы благоустройства. Особое внимание уделили скверу первых космонавтов. Сегодня, 12 апреля, здесь отметили юбилей первого полета человека в космос. Сегодня у нас проходит очередной субботник в этом году. Здесь работают сотрудники администрации железнодорожного внутригородского района. Приводим в порядок сквер первых космонавтов. У нас за спиной это стела первых космонавтов. С нее начинается улица Гагарина, поэтому достаточно символично все здесь. И сквер называется сквер первых космонавтов. В этом году сквер первых космонавтов вошел в топ-19 пространств Самары, которые жители предложили благоустроить. В 2022 году он может стать одной из территорий, которые преобразятся в рамках программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Сквер является центром нашего микрорайона имени Юрия Гагарина. И очень хотелось бы, чтобы он победил в этом проекте. Мы видим, как сейчас благоустраивается очень много мест по программе «Комфортная городская среда». И нам бы очень хотелось, чтобы именно наш сквер победил. Голосование за пространство, которым предстоит благоустройство, в Самаре пройдет с 26 апреля по 30 мая. В этот период жителям нужно будет зайти на сайт 63.городсреда.ру и проголосовать за объект, который вы хотели бы преобразить. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.